Всех приветствую. Так как я являюсь фанатом фильмов «Матрица», не смог не сделать подборку кадров и видео о начавшихся съемках и поделиться еще немного информации о будущем фильме. Согласно сайту «Кинопоиск», который ссылался на Инстаграм, тренировки Киану Ривз с огнестрельным оружием начал еще в декабре 2019 года. Тренировки проходили в компании «Taran Tacticals Innovation» одновременно для фильмов «Матрица 4» и «Джон Уик 4». К слову, Киану Ривз уже сотрудничал с этой компанией для тренировок в фильме «Джон Уик 3». Выход обоих фильмов ожидается в кинотеатрах 21 мая 2021 года. В режиссерском кресле значится Лана Вачовски. Второй брат, сестра, в проекте не участвует. Надеюсь, смена пола не повлияет на качество фильма. Также Лана Вачовски значится продюсером и автором сценария. Еще сценарий помогали писать Александр Хэмон и Дэвид Митчелл, работавшие над сериалом «Восьмое чувство» и «Облачным атласом». Бюджет фильма пока неизвестен. На главных ролях все те же Киану Ривз в роли Нео и Кэриан Мосс в роли Тринити. Хьюго Уивинг, игравший агента Смита, в фильме не участвует. Лоуренс Фишборн, Морфеус, тоже не значится в актерском составе. Композитор у фильма также неизвестен на данный момент. В предыдущих частях композитором был Дон Дэвис, и думаю, вам очень помнятся эти саундтреки из «Матриц», особенно из первой части. Про новый актерский состав особо говорить не буду, очень много заявлено новых лиц. Разве что можно сказать про актера с именем Ахья Абдул Матин II, очень похоже на Ябу Вдул. Видеть его можно было в «Аквамене» 2018 года, где он играл черную манту. Кстати, по внешности он очень похож на Морфеуса. Итак, переходим к самому интересному. Ведь съемки «Матрицы 4» уже стартовали в начале февраля 2020 года в Сан-Франциско. Фильм еще имеет рабочее название «Проект Ice Cream» или «Проект Мороженка». И уже есть много фото и видео с этих съемок. Киану Ривз, как вы видите, не совсем в обычном образе, с длинными волосами и бородой. Возможно, у него в контракте на «Джона Уика 4» есть пункт о сохранении образа Джона. Ведь съемки четвертой части о киллере должны стартовать после съемок «Матрицы», но это только, так сказать, мои догадки. Также была замечена Кэриан Мосс на съемках, верная спутница Нео. Напомню, что в конце третьей части она вроде как погибает, как и сам Нео. Будет интересно посмотреть, как объяснят их возврат в мир Матрицы очередной перезагрузкой или что-то другое. Теперь давайте посмотрим на фото и видео со съемок. Я старался собрать всевозможные, которые есть на данный момент, с различных групп ВКонтакте, Твиттеров и других сайтов. Также спасибо за просмотр и ждем новых новостей про «Матрицу 4».